По инициативе миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии, сообщество инвалидов войны народов Абхазии и администрации города Пицунда на Пицунском ипподроме организовали конные скачки, приуроченные к Международному дню людей с ограниченными возможностями. Это мероприятие поддержал и президент Федерации конного спорта Республики Абхазия Аслан Камля. Он выразил благодарность инвалидам-ампутантам за волю к жизни и спорту. Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Джорджо Дриндарски поздравил всех с Днем людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что благодаря таким спортивным мероприятиям страдающие недугами люди приобретают веру в себя, ведь они наравне со здоровым человеком могут проявить себя в спорте. Я очень рад, что можем приветствовать все присутствующие на сегодняшнем мероприятии. И хочу сказать, что Международный комитет Красного Креста в Абхазии с 2011 года работает с пострадавшим от мин с целью помогать им реинтеграции, социальной реинтеграции в общество. Таким мероприятием мы хотим привлекать внимание и правительства, и общества на ситуацию людей с ограниченным физическим возможностям, на их нужды, и одновременно дать этим людям возможность показать, на что они способны. Это им очень важно. Мы имели возможность в прошлом году организовать футбольный матч. Мы все удивлялись, как эти ребята играют, трудятся и как, с какой силой и энтузиазмом они этим занимаются. В этом году мы дали такую идею в договоре с обществом инвалидов, ампутантов в Абхазии, дали предложение конных скачек. Они приняли эту идею с большим воодушевлением, потому что конные скачки являются очень популярным спортом в Абхазии. И я уверен, что мы можем увидеть очень интересное мероприятие. И желаю всем участникам удачи и здоровья. Скачки проходили в два забега. В каждом забеге участвовало по трое наездников. По итогам конных соревнований среди инвалидов-ампутантов первое место заняли Рауль Смыр и Рамшох Смыр. Второе место заняли наездники Джамал Барциц и Адгур Хонзе. На третьем месте Руслан Дбар и Роман Матишов. От имени миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии призеры были награждены памятными подарками.